скажи, пожалуйста, вот такие уроки, на твой взгляд, они полезны? Конечно, ребята обязаны знать и вообще правильно себя вести в экстренных ситуациях и правильно оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. Ты все знала о том, что сегодня рассказывали, или были какие-то вещи, которые ты не знала? Конечно, на уроках ПБЖ наша учительница Марина Сергеевна рассказывала нам уже о таких случаях, поэтому для себя на этом уроке я еще раз повторила, как нужно правильно себя вести в экстренных ситуациях и как оказывать первую медицинскую помощь. А вы ранее тоже на уроках ПБЖ проходили реанимационные действия? Нам рассказывали, как эта процедура проходит, но сегодня нам об этом рассказали больше информации. Я считаю, это очень интересно и важно знать каждому ученику, вообще человеку.